Вот это фантастика. Смотрите, кто это? Это что, волк, что ли, мне в ночи попался? Давай покушать. Друзья, на берегу моря Феодосии я открыл шашлычную. Вы видите, что происходит, друзья? Они просто нападают на меня. А вот и первые красавчики. До сих пор стоят и ждут меня, когда же я приду за ними. Грибочки всегда срывают целиком, потому что это не влияет на рост гриба, не губит грибницу. Многие заблуждаются по этому вопросу. Но хотите срезайте, хотите срывайте. Мне нравится срывать грибы. И каждый год растут массово. А вот это вот свеженькие грибочки. Сейчас их надо более в тенистых местах искать, потому что на хорошо прогретых местах уже можно найти, возможно, даже подберезовик или подосиновик, потому что все зазеленело. Вот они. Красивые такие, смотрите. Вот здесь уже более такой густой и высокий лес. Стараюсь уходить в тень все дальше и дальше, и грибочков становится все больше и больше. И причем они, смотрите, какие шикарные. То есть они уже не такие сухие, они прям свежачком, как мы любим. И вот здесь вот прям от солнца, именно с тенистой стороны, он растет. То есть смотрите, какой вообще шикарный. И он свежий-свежий, как будто только-только вот они пошли. Хотя волна уже завершается, но вот он. Вот этот вообще шикарненький, видите? Наш любимый, который переливается в желто-зеленый такой оттенок на солнце. Ах, чудо! А это просто замечательнейшая находка. Вот так вот в тенечек пошел. Смотрите. Прям здесь, в теньке. Они от меня прячутся в теньке. Говорят, хватит нас собирать, Армен. Иди свои маслята ищи. Так, мы вас еще сейчас поищем как следует. Опа! Не спрячешься. Вот так вот. Чуть сюда уходим. Так, нет, не сюда даже. Сейчас, подождите. Спрятался один от меня все-таки. Вот он. Вижу. От меня не спрячешься. Так. 4. Грибочечка. Так, и что еще у нас здесь? Еще же должен быть какой-нибудь красавчик. А, вот он. И вот это вот 5-й красопендр, смотрите. Вот так вот красиво расставлю, смотрите. Вот он, 5-й красопендр. Вот это да. Вообще фантастика, какие они красивые. Какие-то солнечные, желтые. Значит, друзья, смотрите. Нашел одного такого молоденького, свеженького. Смотрите, белоножковый. Вот как на солнце переливается. И один сушеный сморчок. Вот, смотрите. Сушеный, он уже вот каменный. Сушеный сморчок в естественной среде. Кладем в корзину. Вот здесь я вижу еще одного молоденького. Смотрите, вот здесь тенечек и сразу молоденький идет такой красивый. Обалденный, смотрите, тоже белая-белая ножка, свежак прям. Неужели еще грибы будут? Неужели они еще будут и будут? Потому что молоденькие попадаются, друзья. Обалдеть вообще. Надо же, счастья нет предела. Так, и вот здесь вот я с трудом разглядел его. Не знаю, как вы, друзья, но вот я только что разглядел. И вот еще один сушеный гриб. Его даже не надо сушить. Он в естественной среде уже высох. Вот, под осиночкой вот такой вот. О, здесь еще муравьи. Так, надеюсь, на меня еще не залезли. Пойдемте еще вот там тенечек, прям, может быть, там еще что-то будет. Может быть, еще лес подарит нам грибочков классных. У вас нет сушилки?
Так это не проблема, друзья. Приезжайте на юга с засушенными грибами. Они уже сушеные, стоят в лесу и ждут, когда же вы их соберете. Слышите? Вот это да. Все, можно уже сразу в контейнер. А вот еще один. Смотрите, как же так? Сушеный гриб очень ценится. А хотите свеженьких, езжайте более северные регионы, смотрите. Там вот Подмосковье сейчас свежие идут. Вот это да, классно. А вот на этой осинке листики только-только распускаются. Хотя там уже, видите, они полностью зеленые. И посмотрите, какая полянка. Чудо-полянка. Раз, два. О, какой муравей большой ползет. Три шикарных молоденьких грибочка. Вот это да! Продолжение следует. И вот такой вот красавчик. Бонусом просто идет мне. А вот он торчит. Вот это грибочки. Деликатесные грибочки полянками. До сих пор стоят. Может еще что где есть. В общем, сейчас посмотрим. О, какой! Четвертый. Вот, вот это дерево, видите, уже полностью зеленое. Ой, красотища. Уже как летом. Но это я уже слепой. Оборжаться можно. Как это я пропустил его еще пятого? Хорошо, хоть не наступил. И то радует. На такого красавца. Ходил здесь, все смотрел и пропустил, представляете? Куда я смотрел, каким образом пропустил, непонятно. Друзья, я понял самую главную причину того, что там нет грибов. Потому что те места я как бы обобрал в прошлый раз очень хорошо. И поэтому нароста особого не было, понимаете. Возможно, даже я собрал те, которые не заметил там вот какие-то. А вот сюда я сейчас пришел. В прошлый раз я как раз эти места не успел осмотреть. И вот начиная вот с той полянки, которая была до этого, смотрите, что здесь творится. Это просто грибное сумасшествие. Они стоят здесь, ждут. Их никто здесь не сорвал, потому что кроме меня здесь никто не ходит. Ну это просто какой-то финиш, это чума. А теперь смотрите сюда. Что это с ним, друзья? Поглядите. Какой он идеальный. Ползу. Ползу к этим молоденьким красавцам. Смотрите, вообще молодые, маленькие, свеженькие. А тут еще один молоденький в стороне стоит. О, заметил я тебя, дружок. Вот они, три маленьких грибочка. Так, а это что такое? А, я думал, еще один. Достаточно, да? Три тоже нормально. А вот здесь, смотрите, вырубки. И грибочки прячутся от грибника. А прежде всего от солнца. От палящего солнца. Вот туда, под бревна. Там им тепло и комфортно. Но не жарко. И самое главное, там влажно. А вон еще один как спрятался. Прям под деревяшкой. А вот еще этот уже на жаре стоит, но уже такой подсохший, видите разницу? Вот эти свеженькие, вот этот особенно, он даже мокрый, ничего себе, вода там. Этот уже сушит. Ну и вот этот тоже хороший, но тоже стоит на солнце. И вот у них сразу уже такой окрас, видите, более сухой, а эти прям хорошенькие. Они все хорошенькие, просто одни уже сушеные, их не надо даже сушить, а другие будем сушить или кушать свеженькими. Ой, пойдемте погуляем. Просто чудо, я любуюсь этой красотой. А грибочки-то наши все равно стоят. Вот так вот. Дальше. Вот еще ближе даже. Такая лампочка.
И вот еще третий. Бог любит троица. А, нет. Вот. И, конечно же, сушеный еще грибочек в придачу. Вот он. Прикольно вообще. Больше половины грибов даже сушить не придется. Вот еще один. Что творится? В очередной раз пятак. Класс. Ну, такие грибочки я просто обязан показывать. Возможно, одни из последних такие именно красавцы. Посмотрите. Ох. Вот это да. Вот это вообще молоденький. Вот этот уже чуть-чуть подсох. А вот этот прям свежачок. Ох. Красавцы. Ну, вот здесь вот очень густо. Поэтому здесь еще холод сохранился. Вот они здесь еще и стоят. Слева Черное море. В Крыму, конечно же, друзья, прохладнее значительно. Здесь сейчас еще не покупаешься. Ветер пронизывающий и температура ниже. Ну, красиво, да, море такое зеленое-зеленое, и вот вблизи волны, они, так как здесь песок, такой золотой песок, они отлива такого золотого песка, смотрите, красиво как. И вот видите, волна вот так накрывает, и видно, что песочек вот этот вот. А здесь так интересно, друзья, эти же цветы, которые в Краснодарском крае растут, в грабово-буковых лесах. Смотрите, где растут. Под соснами. Здесь уже, кстати, сосна преобладает. Интереснее сразу. Прикольно. И вот еще один мускарий лезет. Молодой. Вот он. А здесь до сих пор подснежники еще попадаются. И попадаются они в основном, друзья, под соснами. Смотрите, как классно. Лес уже ровный, уже интересный, красивый. Но везде своя красота. И там красиво по-своему, и здесь по-своему. Здесь просто более привычно. Для тех, кто, например, в Подмосковье собирает грибы или привык вот к такой природе. Она здесь вот такая. Друзья, в Крымском лесу все в цветах. Но даже здесь произрастает интересный цветок. Смотрите, дикий пион. Обалдеть, какой прикольный. Вот это да. Друзья, весь лес в кизиле и в примулах желтых. Вот таких в Краснодарском крае, по крайней мере, в тех лесах, где я был, такого окраса я не видел. Желтые такие, кремовые. Офигеть. Вот этот кустик даже сфотографировал. Чудо. А так ее просто завалить здесь. Вот идешь так. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. Просто она везде. И пролеска вон. Все здесь есть. Да, она вообще везде. Решил проверить свои джинсы. Я обнаружил клеща. А вот и первый клещ. Видите, ползет. Будем сейчас, конечно, избавляться от него. Друзья, это просто какое-то открытие. Посмотрите, вот горы, Крым. И посмотрите сюда внимательно. Белый мох, ягель. Вот оно. Высохший, правда. Он здесь сухо и жарко. Смотрите. Вот оно. Вот он, белый мох. Настоящий белый мох, как в Карелии, как у нас, где мы боровики собираем. Вот это да! Здесь, кстати, и сосны произрастают. Здесь как бы, ну,
Не сказать, что это высоко, представляете? И вот он, белый мох. Какие-то кустарники, вот. Я просто в шоке. Вон горы. О, посмотрите, какая красота. И вот оно. Чудо. Белый мох. Смотрите. Здесь не песок, здесь глина. Смотрите, вот настоящий ягель. Вот он. Присмотритесь. Обалдеть. Вот это да. Вот пятнами так и идет. Друзья, посмотрите. Какая здесь красота. Мне кажется, в сезон здесь вообще грибов просто немерено. Вот мы ходим вдвоем. Мне кажется, здесь вообще можно накашивать грибы. Маслята, рыжики, точно. Я думаю, лисички здесь тоже растут. Мускарий в сосновом бору. Сразу 6 штук в одном. Друзья, вот такой вот цветок попался. Не знаю, что это. Напишите в комментариях. Очень интересный и красивый цветок. Друзья, ну, до сих пор еще можно увидеть свежие подснежники, потому что в Крыму, конечно, прохладнее климат, чем в Краснодарском крае. Видите, какие красивые. Поляны цветов. И замечаю вот такую красоту. Это клоп, по-моему. Посмотрите, какой, как он сливается, какого цвета. О, чудесный кадр. Чудо примула желтого цвета. Она не белая, друзья, а именно желтая, кремовая. Это, друзья, огромная поляна цветов. Весь лес в таких замечательных цветах, как я называю, ветреница. Я не знаю истинное название этого цветка. Возможно, вы лучше знаете и напишите мне в комментариях. Но очень красиво смотрится. Радует глаз. Заехал посмотреть, что тут в яблоневом саду. Хотя здесь еще и сосновые посадки. Вот. Под яблонькой и мускарий растет. И вот такой цветочек, как я его называю, подснежничком. Ой, не подснежничком, а это, ну, разновидность крокусов. Прикольно. Какой красивый экземпляр рядом с божьей коровкой. Вот это красота, друзья. Вот это уже крупный сосняк. Друзья, я как будто очутился в Карелии. Вы просто посмотрите, какой сосновый бор. И здесь же по-любому польские должны расти. По-любому здесь маслята, рыжики. Посмотрите, это огромный сосняк. Вот здесь вот взрослый. Вот с этой стороны помоложе. Под маслята и рыжики. Только поглядите. Вот это чудо чудесное. Огромный массив. Огромный бор. Ровный лес. Вот это чудеса, да и только. Слева горы, здесь сосновый бор, высокие сосны, и это огромные массивы. Обалдеть вообще, какая прелесть. И все здесь в соснах. О, конца края нет. Вот здесь-то боровики точно можно найти. Все, в Крым за боровиками надо будет ехать в сезон. Это, друзья, Феодосия, Крым. Посмотрите, какая красота. Золотой пляж, так и называется. Сейчас вот здесь вот катаемся, приехали сюда. Вообще весь Крым уже посетили. Смотрите, какой золотой пляж. Почему он золотой? Видите? Золотой такой песок, ракушки, камушки. Очень красиво выглядит.
Вот это да, вот это красота. На улице жара. Сегодня намного жарче, чем вчера. Ветра нет. Загораю. Сейчас купаться пойду. Чудеса, да и только. Иду купаться. Я уже руками здесь упираюсь. На золотом песке. Друзья, на берегу моря Феодосии я открыл шашлычную. Вот это да, друзья. Поняли? 25 метров, и вы у меня. Приглашаю всех. Какая красота. Вот это газон, ярко-зеленый. Птички летают или что? Это комарики. Смотрите, друзья, комарики прям. Мошка, что это? Смотрите. Блин, я боюсь. Они меня сейчас съедят. Ты чё? Не реагируй никак и все на это дело. Не бойся, иди. Блин, они прям вокруг меня. Да не бойся, Рома, вот сам, смотри. Не ужалят, нет? Нет. Я сейчас упаду. Я боюсь прям. Мимо этого вообще. Не бойся, сядь и снимай просто спокойно. Да, я их там не придавлю, когда сяду. Нет, там некого давить, они внизу не летают. Они летят сразу наверх. Обалдеть, вообще, смотри. Это пчела в работе называется. Сколько здесь? Сотни тысяч, да? Ну, в хорошей семье 20-30 тысяч из зимы выходит. А летом развивается до 100 тысяч штук. Офигеть. Это 10 килограмм примерно всего. Вот такой уровень. 24 весит. Градуса сегодня на Кубани. Слушай, да. А Кубань — это же Краснодарский край, все Краснодарский тоже. Край, да. Завтра 25 вообще. 25. Щавель растет. Цветок, цветы мускарии уже даже. Не пролеска, а мускарии отцвели. Я лично видел. Сливы, мускарии, сливы цвели. Я в шоке вообще. Слышь, начинается утро. Подходишь к дереву. Да. И кушаешь стоишь. Делать нечего, пошел к черешне, да. Делать нечего, вышел. Руслан мутит супер плов. О. Слушай, ну это настоящий плов, да, Руслан? Как должно быть? Настоящий узбекский плов. О! Слышите, друзья, это будет огонь. Слушай, а покажи, как ты разжигал вот этот костер. Можешь эту штуку? Это можно сделать? Да, это, можно, это, конечно. Это же недолго? Нет, это 6 секунд. Вот ты ее на секунду включишь и все, и выключим. Вот что нужно, друзья, вы спрашивали, что нужно от медведя в Карелии. Вот такая штука. Точно спасет, я вам отвечаю. Армен вам гарантирует. От медведя только такая штука. Давай, Армен. О, дегустируй. Ну, обалденно. Конечно, другое дело. Вообще классный плов.
О, можно еще, да? Конечно. Теперь держи вот это вот, будем накладывать сейчас. Вкусно. Пониже. Тебе надо двумя руками дать, Арман. Да? Да. Забирал его. Уже можно хватать двумя руками. Да. Тяжелые. Вот это да. Красота. Не поместится, наверное, все. С горкой будет. Мы все не будем ложить. Офигеть. Положим ровно столько, сколько мы съедим. Угу. Вот так. О! Огонь! Ну что, приятного аппетита! Приятного аппетита, да, всем нам! Жуки, вот эти пожарники. Есть еще жук. Тоже его пожарником называют. Ну вот. Эти тоже так называются. Смотрите. Спаривание у них сейчас. Все время что-то здесь цветет. Все время здесь что-то летает. Всегда есть какие-либо насекомые. Да чего ж чудесный этот край. Краснодарский край. Как птицы волшебно поют в этом сказочном лесу. Вот что-что. А красивых цветов здесь валом. Так здорово. Какой лес красивый и цветочный на фоне голубого неба. Вы только посмотрите на эту красоту. Мох такой, в котором обычно вот маслята мы собираем. Видите? Интересный такой мох. Чего здесь только нет. И посмотрите, вот здесь вот крокусы такие мелкие растут. Ну, разновидность крокусов. Давайте я сейчас поближе вам даже покажу. Вот. Ну, сказка же. Красота. Вот это красотища. Барвинок. Везде просто. Еще одна шикарная композиция. Барвинок, голубенькие цветочки и примула белая. И тут же рядом черемша. Антана.
Вот теперь она еще сильнее похожа на ландыш. Ох, сколько я сейчас черемши соберу. Последние цикламенчики, они уже сходят, лишь в некоторых местах они еще остались, но уже практически нету. Я по вам буду скучать, одни из самых красивых цветов. Вот такая красота. Последний мандаринчик, желтые листики вечно зеленых деревьев. И, конечно же, черемша. Цветет здесь молодой кустик. Не знаю, яблони это или что. Ну и яблони цветет. В общем, все цветет. Все очень красиво. Красота. Спасибо природе и лесу. Видите что-нибудь, друзья? Улитка на дереве. Даже нарциссы удалось найти в диком лесу. А это, между прочим, сортовые. Смотрите, какие красивые. Ох, желтенькие. Вот такое вот чудо в лесу. Сказочное. Даже их удалось найти. А запах какой потрясающий. Друзья, посмотрите, какая красота, друзья. Что это распустилось, посмотрите. Я вообще в шоке от такой погоды. Такая красота, гляньте только на это. Мне мама сказала, что это разновидность орхидей. Правда ли это или нет? Напишите в комментариях, друзья. Супер вообще, и запах имеется. Вот такой легкий. Но как же красиво. Друзья, посмотрите, какая красота фиолетового цвета распускается. Не знаю, как называется. Даже ближе к такому уже розовому. Интересный оттенок. Кто знает, тоже напишите. Красота нереальная. Какая красота. Это уже яблоня. Вот с такими листьями. Ну, я так понимаю. Смотрите. Черно-красные листья. И цветочки такие же белые. Посмотрите, какое чудо. Вот это цветочек, а. Как называется, напишите в комментариях, друзья. Все в этом прекрасном цветке. Не знаю, фиалка, как это назвать-то можно. Месяц. Солнце зашло, сумерки, уже темнеет. И посмотрите, вижу я на поле лошадь. Посмотрите, как смотрится это. Она на меня смотрит, кстати. Видите, голову сюда повернула. Вот это да, вот это красота. Здорово. Какая сказка. Какая красота. Божественно красиво. Мои нервы. Какая же нереальная просто чудо природы. Тюльпаны, вот эти деревья классные. Друзья, посмотрите, какая красота. В темноте увидел вот этот вот цветок. Я не знаю, что это такое.
напишите мне в комментарии, какая прелесть. Вот это я помню, это как-то вот называется крест. Забыл полное название вот этого цветка. А вот этот вот я даже не знаю, что. Смотрите, какие бутончики. Красота. Вот такая вот композиция ночная. Вот такое чудо я нашел в лесу. Почему ты такой красный, а? Я подумал, что ты волк, блин, испугался. А где твой хозяин? Пропавшее чудо. Где твой хозяин? Дай лапу. Дай лапу. Хозяин хоть где-то-то есть у тебя? Большой какой. Красивый. Ничего себе. Вот так встреча, блин. Ну пойдем, я тебя выведу отсюда. Ты, хотя ты лучше меня даже дорогу знаешь. А, ты вообще гуляешь здесь. Вот так вот. Не надо меня выводить, сказал он. И пошел своей дорогой. Друзья, смотрите, кого я встретил. Иду и что-то шуршит. И увидел это чудо. Он от меня отворачивается. Смотрите, какой. Ёжик. Ну? Давай, беги. Беги, беги. Смотрите, что происходит, друзья. Вот такое когда-нибудь видели? Они сейчас всю мою булку тут съедят, сожрут. Я еще ее даже не открыл. Смотрите, что происходит. На руке моей, друзья. Смотрите, смотрите, смотрите. Офигеть, зря вытащил. Вы видите, что происходит, друзья? Они просто нападают на меня. Офигеть. Булка запакованная. Они ждут, чтобы я открыл. Вы такое видели когда-нибудь? Смотрите. Смотрите. Они у меня прям с рук клюют, просто набросили все. А теперь я вот так беру, вот так кидаю, смотрите, сейчас кину. Нападают. Так, а ну-ка, банда, разойдись, хватит мне ноги клевать. На. Вот так вот. Дайте я чаек покормлю, а то у меня все. Только не какайте на меня, блин, не дай бог. Дайте я чаек покормлю. И воробушек, и чайки тут. О, воздух, его видели? Уйди, уйди. Уйди, нагленький. На. Так, уйдите. В воздухе прям ловят, офигеть. Смотрите. Вот смотрите, друзья, я взял голубя прям в руки. Он просто сидит, смотрите, вот так берешь, он улетает. Ты вот взял уже другого голубя, смотрите. И он опять к тебе. Его можно покидать, а он все равно к тебе. Вот так вот и делаем. Ну, что ты такой наглый, а? Что ты такой наглый? Отпусти меня, отпусти, да, отпусти. Я опять к тебе. Шок-контент. Пошел, третий пошел, четвертый час.
вот так берешь его. А некоторые делают так, вот так делаешь, а он обратно. Дай мне покушать. Я голодный, дай покушать. Вот, сейчас покажу. Я его взял. Будем сушить черемшу. А вот как выглядит сушеная черемша. Смотрите. Все, приправа вкусная, готова. Ух, сколько отвезу, на целый год хватит минимум. Друзья, приготовил я салат с черемши. Не стал уже показывать, как готовлю. Для тех, кто не помнит, я уже показывал фильм недавно. Рецепт прост, салат с черемши. Естественно, сама черемша. Дальше отваренный картофель. Две картошки достаточно, три прям, это прям уже будет супер порция, не знаю, там даже на двоих. Также несколько яичек отвариваете, сюда же идет соль и там майонез, либо заправляете сметаной, либо, как я, подсолнечным маслом, ну, кому как нравится. И все, то есть рубите яйца и картошку на мелкие кусочки, и все, и салатик готов, ничего сложного. Обалденно вкусный, полезный салат. Здорово, мне очень понравился этот рецепт. А вот эти три пакета я посушил. Сушеная черемша пойдет как приправа к любому блюду. Замечательно пахнет, шикарно посушилось. Три пакетика на весь год хватит. Еще даже угощать буду. Уже попросили меня угостить этой вкуснятиной. В общем, вот так. Самое главное, что это очень-очень полезно и натурально. Вот. И недорого. В нынешнее время это очень важно, потому что все дорожает. Друзья, надеюсь, вам было интересно со мной. Вам все понравилось. Ваша подписка на мой грибной канал будет для меня приятным бонусом. А ваш лайк и комментарий помогут данному видео подняться в поиске. И таким образом его посмотрит еще большее количество людей, которые точно так же, как и вы, порадуются увиденному. Ну а посмотреть мои фотографии, самые красивые мои фотографии, которые я скидываю непосредственно, отборные фотографии, стараюсь именно только такие скидывать, вы можете всегда на моем инстаграме. Все необходимые ссылки всегда указаны в первом закрепленном комментарии под видео. До новых встреч, друзья, до новых приключений. Это было здорово, это было незабываемо. Мне все очень понравилось. Увидимся очень скоро. Здоровья вам, удачи, всех благ, исполнения всех желаний. Солнце заходит. Прощай, Краснодарский край. Прощай, Черное море. Скоро увидимся. Надеюсь, мне еще удастся так здорово провести время здесь.